Атам Талантбек, мен Баткенден келдим. Бул жака Манас университетинен туризм факультетинен окуган келдим. Азыр экзамен тапшырып, эми бияка сынакка кирген жатабыз. Бул жак Манас университетинде негизинен коррупция жок. Анан кийинчерээк бул жакта мындай окуу бюджеттик түрдө болот, бар эле. Ошол. Университет Манас, потому что это, по-моему, самый престижный университет у нас в Кыргызстане. Также диплом этот котируется не только в Кыргызстане, но и в Турции. То есть есть возможность там работать и учиться. Я выбрала факультет социологии. Думаю, если я здесь буду учиться, я получу много полезных знаний. Также возможность работать не только в Кыргызстане, но и за рубежом. Мен Атбаш районунан келдим, Нарын областынан. Кайыр. Манас университетин эми бюджет менен балдарды жакшы окутат, эч качан мугалимдер эч нерсе албайт, тартиби да жакшы дегенден эле элден угуп келдик. Ушул жака балабыз өтүп калса, окуса, ошондой жакшы гумандуу элге элден кайрештик албаган ушул Манастын мугалимдеринде жакшы мугалим болуп чыгабы, жакшы адистерден алсын деп эле ойлоп атам. Жардан окуу билими жогору деңгээлде болгондуктан ушул жакта жогорку деңгээлде окуп атам. Менин атым Мерим, мен Аксы районунан Жалал-Абад областынан келдим. Бул университет мага абдан жакты. Себеп дегенде бул университетте баардык шарттар бар экен. Эми ар бир окуучунун өзүнүн да кайсы жерде болсо дагы сапаттуу билим берүү болсо терең жакшы билим алууга шарт абдан жакшы экен. Мен бул жака өтөм деп ойлоп атам. Себеп дегенде балым да жакшы болуптур. Бул жакта көптөгөн ийримдер бар экен. Комуз, ар кандай спорттук ийримдер бар экен. Мен ошол ийримдерден өтүп, бийлерге, ар нерселерге катышып, жакшы бул университетти дагы көтөргөнгө аракет кылабыз. Эми келечек бул биздин колубузда эмес, бул жаштардын колунда. Биз аракет кылабыз, экономиканы дагы бул университеттин атын чыгарууга дагы аракет кылабыз. Меня зовут Асой. Я выбрала университет Манас, потому что она очень перспективная в нашей стране, один из самых популярных топовых университетов, можно сказать. Еще очень большой плюс в том, что здесь обучение ведется на бюджетном, и это очень большой плюс и для меня, и для моих родителей тоже, потому что вместо те, которые деньги которые мы отдаем на контракт, можем потратить на себя, на свои желания, можно сказать. А еще здесь очень хорошо обучают, насколько я знаю, у меня есть много знакомых, которые закончили Манас, и они все, как бы сказать, не остались безработными, у всех есть работа, каждый нашел свое место работы, и платят им тоже хорошо. А еще я очень люблю Турцию, все, что связано с Турцией. Давно хотела попасть в Турцию, мечтаю каждый день. Университет Манас дает очень большой шанс для этого. Например, после Хазырлыка они отправляют очень хороших студентов на стажировку в Турцию или же на отдых на один месяц. Вот поэтому. Коррупция, которая была в Катарма, была в Катарма, 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 в
өткөтөн менен айтамын. Балым жакшы болуп тур. 120-дан ашып тур. Я не знаю, что это.